Весенняя подготовка почвы. Какие правила надо соблюдать? С наступлением весны важно не запоздать с подготовкой почвы под посевы и посадки. Начинайте обрабатывать почву, когда она превратится из черной в серую. Возьмите с глубины 10 см горсть грунта, сожмите его в кулаке и киньте с высоты 1 метра. Комок должен при падении развалиться на несколько частей, но не остаться целым и не рассыпаться в пыль. Если почва поспела, перекапывайте ее неглубоко, на пол штыка лопаты, чтобы не поднять наверх внесенные с осени удобрения. Перед перекопкой рассыпьте по поверхности грунта минеральные и органические подкормки. Если почва кислая, добавьте доломитовую муку. Во время перекопки внимательно осматривайте грунт и вынимайте из него руками личинки насекомых и корни сорняков. Чтобы уменьшить испарение влаги, поверхность перекопанной почвы разрыхлите граблями, разбейте крупные комья. На холодных сухих участках грядки делайте максимально низкими. На сырых участках, наоборот, делайте высокими, до 25 см. Грядки для лучшего освещения и прогреваемости располагайте с востока на запад. Но для культур короткого дня, редиса, редьки, свеклы и других стрелкующихся овощей, с севера на юг. Благополучное развитие растений и раннее их плодоношение зависит от своевременно и качественно подготовленной почвы. Хороших вам урожаев! Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.